В период с 8 по 28 августа органы государственной статистики приступают к реализации очередного обследования. Об этом и не только сотрудники говорили на семинаре с главами сельских поселений Карачаевского района и Карачаевского городского округа. Из Карачаевска репортаж Аллы Динаевой. Основная задача Росстата – формирование статистических данных, касающихся экономических, социальных, экологических и иных направлений. И чтобы собрать полную картину, сотрудники Государственной службы статистики регулярно проводят различные обследования. Хотим более подробно рассказать о такой работе нашей органов статистики, как опросы населения, потому что это такая щепетильная работа. Мы здесь не защищены законом о статистическом учете, что обязаны наши респонденты предоставлять данные. Наше население исключительно на добровольной основе с нами работает. Поэтому очень важно, чтобы здесь нам тоже оказывали такую помощь, содействие как раз муниципалитеты, потому что все наши опросы происходят на территории муниципальных образований республики. В этом году Росстатом было запланировано проведение 3 опросов по социально-демографической тематике. 2 уже провели о доходах населения и участии в социальных программах и комплексное обследование условий жизни населения. А сейчас, в августе, будет проводиться 3-е уникальное выборочное наблюдение использования населением суточного фонда времени. Это обследование проводится один раз в 5 лет. И семинары полезны для нас, органов власти. Мы больше понимаем о деятельности органов статистики. Эти данные мы используем активно. Мы не находимся в стороне, когда требуется наша помощь. Стараемся помогать органам статистики, что особенно важно при проведении опросов населения. В соответствии с планом Росстата в опросах этого года участвуют 45 тысяч российских семей. В нашей республике это 224 домохозяйства. И, как известно, сведения, полученные от респондентов, являются конфиденциальной информацией, а материалы служат основой для совершенствования социальных программ в части развития транспорта, образования, культуры, отдыха населения и ряда других вопросов. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск.